Когда все выстроились в ряд, вот так, совсем незаметно, что один член команды отличается от других. Он выглядит совсем как остальные. Видите, все в этой форме, шлемах. Сына Вероники Уатт зовут Адонис. Она приходит на каждую его игру и всегда волнуется. Футбол – опасный спорт, а Адонис играет вслепую. В 5 лет он потерял зрение в результате врожденной глаукомы и играть в футбол начал тоже в 5. Он говорит: «Мама, какая разница? Футбол опасный для всех. Что с того, что я слепой?» Мама смирилась, ведь перед Адонисом никогда не стоял вопрос, играть или не играть. «Это мой спорт. Я начал смотреть его сначала по телевизору, а потом решил, буду играть». Почему бы и нет? Любой может найти множество причин, почему нет. Но Адонис счастлив. «У него характер железный. Когда он начал играть, мы не знали, чего ждать. Мы надеялись, что раз не видит, будет играть осторожно. Но он совершенно сумасшедший. Он сердцем играет». Адонис занимается и другими видами спорта. «Спортивной борьбой занимаюсь. Как раз скоро начинается сезон».